Очистим себе сейчас место, небольшое сейчас базу обустроим. Поставлю здесь верстак, скрасим двойной сундук. Я сказал двойной, да, замечательно. Сложим себе сейчас все необходимые вещи. Давайте лучше уберем name. Дабы он нам не мешал, сделаем себе сейчас обычную кроватку. И ляжем спать. А, да, я забыл сделать себе печку. Уголь у меня есть, поэтому я в приоритете себе поставлю сделать курятину. Курятина у меня уже в печке, это замечательно. Из инструментария я, пожалуй, себе сделаю еще пару кирок и сделаю хотя бы одну лопату. Потому что если я пойду в пещеру, то я там обоснуюсь. Если у меня кирки закончатся, то я скрафчу себе новую. А если коров я хочу сейчас убить, потому что в случае необходимости я скрафчу себе новых коров. Ну, как мы можем наблюдать, у нас скрафтится из 5 сырой говядины и 4 кожи. Поэтому я 4 кожи оставляю себе здесь, и 5 сырой говядины я тоже себе оставлю здесь. Из этого я скрафчу, а это я себе, пожалуй, переплавлю, дабы у нас была еда. И я начну, пожалуй, шахту копать. У нас уже есть даже каньон, замечательно. Хорошо, мне надо сделать пила, но думаю, я в пукелов надвигаю где-нибудь в шахте. Поэтому я начинаю вот в шахту углубляться. Поехали. Ну, я нашел уголь, и мне кажется, там очень большой каньон, а также я вижу, там у нас находится заброшенная шахта. Там у нас, как известно, много всяких вкусняш. Думаю, это будет даже очень хорошо. Ну, я могу уже наблюдать первого моба из Divine RPG. Это так называемая радуга. Из нее падает, как мне известно, стоун, который восстанавливает полное здоровье, ну или хотя бы часть здоровья. Но убивать на данном этапе было бы с моей стороны глупо, поскольку у нее более сотни жизней. Если что, поправьте меня в комментариях. Ну или мы сейчас узнаем. Вот. И у нее очень сильная броня и очень большая атака. К тому же она и летает. Поэтому я ее сейчас не убью. Вот. А я, тем не менее, продолжаю потихоньку спуск. Ну, я выполнил ошибку охотника на монстров, убив одного скелета. Я поздравляю себя, наверное. Я, наконец-то, добрался из нашего выхода. Прокопал себе небольшую такую дорожку из коблстоуна до суда. То есть до шахты. И я планирую немножко, хотя бы немножко, побродить по этой шахте. Узнать, что, к чему, где, как. А по звукам я слышу, где-то здесь находится жопотер. Такое вот создание, из которого падает реалмит, который мне очень необходим, но не уверен, что смогу его сейчас одолеть. Я сейчас сделаю печку и верстак, чтобы добыть золото, которое я нашел. Я себе переплавлю железо немножко, 3 штучки буквально, и все равно железная кирка мне понадобится рано или поздно, дабы добывать ресурсы более выгодные, нежели простые ресурсы, которые добавляются у меня с помощью каменной кирки. Тем более одна из моих каменных кирок мне сломалось. А тут нету модов на удвоение ресурсов, поэтому ресурсы мне необходимо экономить. Я дурак, я мог бы переплавить все железо, хотя толку от этого. Я не вижу от этого толка, на самом деле. Железо показывает горячо. Я сам только что сказал то, что у меня нету здесь модов на удвоение ресурсов. Зачем-то я не собираюсь все переплавлять. Я дебил, наверное. Вот опять я слышал какого-то монстра, и мне кажется, этот монстр очень злой и где-то сидит в пещере ведь и ждет меня, готов меня съесть. Все больше и больше я слышу звук. По звукам это жопотер вроде должен быть. Также я слышу вроде шипохвостика, ротатик. Это очень хорошо, то что я нашел тебя здесь. Очень замечательно и хорошо. Ибо с тебя пойдут мне мои любимые алмазы. И я сейчас вот таким вот незамысловатым образом тебя убью. Чувак. Замечательно. Я выбил 2 алмаза с этого ротатика. Просто замечательно. Я думаю, это будет очень быстрый летплей, но мод Divine RPG такой гигантский просто, то что за один просто так быстро мне его пройти не получится. Чуть меня не убил зомби. Я очень на самом деле рискую то, что хожу прям почти голый, прям без одежды, но все равно. Японобог! Просто столпотворение ядовитых пауков, значит тут где-то рядом спаунер. Лучше сейчас пробежаться, все светит. Вот он, тот самый спаунер. ХП немного. Я рискую, очень сильно рискую, но надеюсь, я успею пробираться к спаунеру и сломать его. Давай, все, я сломал! Ты не убьешь меня. Кто у нас тут стоит? Мне интересно узнать. Undead Miner. Пока ты в ловушке и с паутином, мне тебя не стоит опасаться, но ты можешь в любой момент из нее выбраться, но ты не успеешь. Я тут нашел какое-то странное сооружение, на самом деле тут все что-то разрушено. Я тут, если честно, в первый раз, я не знаю, по какой причине тут все пребывает такое разрухи. Возможно, это невозможно, даже это такая странность генерации. В чем причина такого вот разрухи, я без понятия, если честно. Но, тем не менее, у меня заканчивается очень быстро и стремительно еда, поэтому я перейду на гнилую плоть. Моды же, которые у меня переработают эту гнилую плоть, я не наблюдаю, да. Эту гнилую плоть могу я съесть только в таком виде.
И в сундуке у нас, как видим, железо, уголь, алмаз, хлеб, мой любимый. Выбираться из шахты я не знаю, как я буду.